Обычные песни, как-то Дима попросил что-то на тему, как-то связано. И вот у меня сейчас в альбом войдет такая композиция на стихи моего очень хорошего друга, человеку, которому я очень многому научилась, Андрея Таврова. Называется оно «Иосиф Муньос». Он был, Иосиф Муньос был хранителем иконы Иверской Божьей Матери в Монреале в течение 17 лет. В эти годы икона мироточила, он был убит. Икона исчезла сразу после его смерти. Иосиф Муньос по небу слепой летит. Сколько лет в себя синеву сжимал, и вот ведь разжал, и оно окружает его огнем и с ним говорит про то, как вчера он сам его окружал. А рядом биплан плывет и Иверская Божья Мать. Война ведь, отче, это как флейта или кларнет, в который небо вложить надо себя разжать для бомбы, раны, смерти или ракет. Божья Матерь, не плачь, ему говорит заступница Иверская. Ой. Не до смерти убили, раз я, сынок, с тобой. Ты втяни внутрь себя пожар, что внизу горит над Белградом, городом.
будешь опять живой. Вижу зеленую гору, Муньос ей говорит. Заступница Иверская, вижу, пушки на ней стоят. Официантка Мара Кэмелом все дымит, а из пушек на нас глаза голубые глядят. На зеленом холме в высоте убивает христианин, христиан, а не мусульман, она говорит. И на целую каплю стал больше боли стакан. Глаза голубые людей за край перелит. Так они и летят, говорят, рядом кружит биплан. Да бабочек стайка с опаленным морозом крылом. И Дунай от пожара блестит, как разбитый стакан. А цветок, что в нем был, унесен на небо огонь. Мать, куда мы летим? Русик Монис спросил. А она говорит, нет ответа на твой вопрос. Если бы кит свои мышцы в одну сложил, вот куда бы сынок тебя ни за что не донес. Монреаль там с Белградом, Аллах с зеленой трубой. И баян играет, и танцы, и цербера. И Христос, моя дитятка, с простреленной головой, поет «Голубой Дунай, голубой, голубой Дунай».
А есть какая-нибудь гитара? У меня гитара сломалась на днях. Дети опрокинули, она... Нет, это гитара. Если мне дадут гитару, я могу спеть еще одну песню. Сейчас дадут. Ваши юбилей. То прям совсем все под минус, нехорошо. Ты стоит бы 600 человек? А? Ты стоит бы 600 человек? Я могу стоить, если среди меня. Первую песню написать. Первую?